Папа Римский Франциск сегодня сделал неожиданное заявление о том, что гомосексуалистов не следует подвергать дискриминации и даже, напротив, интегрировать в общество. Это заявление глава Римской католической церкви сделал на борту самолета, возвращаясь в Рим после недельного турне в Бразилии. Понтифик при этом подтвердил позицию католической церкви, которая считает греховными акты однополой любви, но не гомосексуальную ориентацию как таковую. Далее цитата. «Если человек гей и обладает доброй волей и стремится к Богу, кто я такой, чтобы судить его», — сказал Франциск. Он также высказался за то, чтобы женщина была предоставлена более существенная роль в церкви, однако подчеркнул, что священниками они быть не могут. Эксперты отмечают, что позиции папы Франциска в отношении геев более примирительные, чем у его предшественников. В 2005 году Бенедикт XVI подписал документ, в котором говорилось, что мужчины с гомосексуальными привычками не могут быть священниками. Папа Франциск сказал, что священники геи должны быть прощены, а их грехи забыты.